все почалося з того, що нашу знімальну групу запросили до міста Очаків, де 24 червня розпочинає свою роботу друга міжнародна літня театральна школа «Театрон». Ті, хто постійно дивляться нашу програму «Театральні досліди», знають, що минулого року ми висвітлювали події першої міжнародної літньої театральної школи «Театрон». Що ж, давайте усі разом згадаємо, як це було. У проєкта «Театрон» два керівники. Це дві добре знані у Миколаєві та за його межами людини – Артем Свистун та Віктор Мозговий. Саме Артем Олександрович Свистун і розповість нам про цей проєкт. Тож перше питання – у чому сутність проєкту «Театрон»? Ну, прежде всего, хотела сказать, что «Театрон» – это новый проект и для юга Украины, и, может быть, даже в целом для всей Украины, потому что существует много курсов, много повышений квалификации. Есть Харьковская школа, Киевская школа, Днепропетровская, Одесская школа. А мы решили, как общественная организация, Федерация аматорских николаевских театров, провести международную летнюю театральную школу, чтобы в конце июня традиционно на протяжении 6 дней Очаков принимал руководителей театральных коллективов, преподавателей, педагогов, мастеров и людей от любителей аматоров до профессиональных руководителей, профессиональных трупп, директоров, художественных руководителей театров. И это стало как бы началом зарождение новых форм, новой работы и поиска повышения уровня квалификации этих специалистов. Почему «Театрон»? Да? Почему такое название? Мы с Виктором Мозговым этот проект задумывали еще год назад, когда мы начинался фестиваль. Витя говорит: так, ты мне давай приведем еще «Южный маски». Я говорю: Витя, мы должны уже готовиться за год до проведения следующего проекта. И мы с Виктором решили, он доктор наук, он защитил докторскую, и он очень талантливый и практик, и теоретик. И мы совместно решили, а не сделать ли нам театральную школу. Он говорит: ну что, замахиваемся не Емировича Данченко и Станиславского? Я говорю: нет, ну просто сегодняшнее время диктует, что нужно создавать новые проекта, нужно объединять людей. А самая главная цель этого форума, театрального форума, это объединение театралов. Театралов, людей, которые больны искусством в хорошем смысле этого слова. Те люди, которые любят театр, которые ценят театр, которые хотят развивать театр. И эта вот школа несет эту собой основную цель. На берегу побережья Черного моря, между старыми названиями реки Гипанис и Борисфена, в центре культурной столицы города Очакова, побережья нашего Черного моря, мы решили сделать «Театрон». Может быть, в перспективе будет такая античная сценическая площадка для проведения подобных мероприятий. Вот. И мы начали использовать терминологию. Дидаскал – это учитель, наставник античных времен. Синод технитов – это совет наших старейшин. Да? Ну, каждый вечер мы собираемся. Это свободная скена, возможность выступить, выразить свои чувства. Ну и самое главное – окунуться в те истоки зародыша театрального искусства, начиная с античного театра. Действительно, очень приятно, что коллективы приехали, руководители приехали. Вот, мы открыли прекрасным мюзиклом «Алла и паруса» на берегу Черного моря. Я думаю, что это будет визитная карточка фестиваля. На необычной площадке, в необычных живых декорациях будет проходить какой-то интересный такой проект. У нас была уникальная экскурсия на Кинбургскую косу с Дионисиями возле алтаря, где мы провели определенные ритуалы с древнегреческими действиями. Вот. Также вот сегодня у нас будет проходить вечер украинской культуры. Мы хотим показать латышам и полякам, и белорусам, какая у нас культура, гостеприимная Украина, что мы дружелюбный народ. Фестиваль продолжается, фестиваль идет, набирает свои обороты, и завершением будет эта поездка в город Николаев. Николаев как бы колыбель нашей театрального искусства, и очень приятно, что на этой театральной школе были представлены наши николаевские театры, Николаевский академический художественный русский драматический театр, Украинский академический театр драмы и музыкальной комедии, областной театр кукол и Федерация аматорских николаевских театров, то бишь мы показали, какая Николаевщина богатая историей, зарождением, коллективами, которые олицетворяют театральное искусство наше.
Розкажіть про команду. Хто допомагав вам особисто і Віктору Леонідовичу у реалізації цього проєкту? Ну, прежде всего, хотілося відмітити підтримку Очаковського городського совета. Гордій Олександрович Білов – це хороший друг, наставник, і він, коли загорілася ідея, і давайте проведемо це в Очакові на побережжі Чорного моря, це дійсно дуже приємно. Сергій Николаевич Бичков, мер города Очакова, он сказал, что да, давайте, и предложил нам хорошую базу, пансионат «Надежда», который может достойно разместить иностранцев, который может сервисом, культурой, общения показать, что все-таки действительно у нас есть тоже определенные успешности. Курорт санаторий Очаков, где есть единственная, к сожалению, на побережье крытая сцена, в которой мы проводим спектакли, мастер-классы, показы. Скажіть, яка загальна кількість учасників проєкту, тобто і учнів, і педагогів, і гостей цього свята? Ну, дідацького учителя, наставники, педагоги і мастера, їх 17 чоловік. 37 чоловік – це офіційних учасників, які зареєстровані, приїхали зі всіх уголків України, зарубіжжя. Вот. І також у нас представлена студентська аудиторія. Це студенти університету культури Ніколаївського, коледжа культури і іскусств. Це театр танця «Ритми планети», який приїхали. Театр танца был составлял 70 человек, и артисты, студенты молодежного народного театра «Стук». Студенчество – это 25 человек. Цей проект міжнародний. Скільки держав беруть участь у проєкті «Театрон»? Ну, к сожалению, мы сталкиваемся с банальными вопросами процедуры прохождения границ и других. Было заявлено 6 основных участников, стран-участников, но приехало 4 страны-участницы. Это тоже очень приятно. Латыши порадовали своим спектаклем. Литва, город Аникщай. Это приехали Минск, Беларусь. Это Польша, Машева. И Украина, как бы, в целом представлена вот в этой палитре фестивальной программы. Это первая школа, но самое главное, что мы уже готовы проводить вторую школу театральную. И за год европейские театры, они могут планировать подобные поездки за год, уже подтвердила свое участие на следующую вторую театральную школу. Это Клермон-Ферран, город во Франции. Это центр драматического искусства. И ребята привезут мастер-класс по комедии масса, комика дель арте с показательной программой. Що цей проект дає вам особисто, як керівнику? Ну, прежде всего, это стремление создать, стремиться к лучшему, к совершенствованию. И прежде всего для меня это любовь к театру. Выражение такого чувства, чтобы поделиться вот своей частичкой доброты, тепла, объединить людей, которые действительно тоже идут в одной команде, и создать вот это общее движение театрального искусства. И не только на юге Украины, и в целом во всем, как бы на все другие страны. Багато цікавих людей завітало на форум, людей, які займаються такими видами мистецтва, які не дуже активно розвиваються у нашій державі. Олексій Стукін приїхав з Мінська. Він більш відомий як «Золота людина» чи «Золотий режисер». Про вуличне мистецтво він нам розкаже більш докладно. Отже, Олексій, розкажіть, що ж саме таке вуличне мистецтво? Вуличное искусство – это свобода артиста. И артист в основном работает для зрителя, где нету границ. Нету границ авансцены, как в театре это происходит, между зрителем и артистом. Улица – это очень близкий контакт со зрителем. И тут уже нельзя схалтурить. Где в театре, допустим, это можно, где-то помогут, поддержат там команда, труппа поможет, там светом где-то можно поиграть. Но на улице такого не сделаешь, у тебя все в реал-тайме. Вот. И уличное искусство, оно как бы один из самых таких старинных жанров искусства вообще театра. Это дель-арте, это греческие игры. Вот как бы он оттуда появился, и он развивался, и развивался, развивался. Как бы пришел к театру, кино, и вот сейчас опять возвращается обратно на улицу.
Тобто, що проходить на вулиці? Проходять вистави, я так розумію, якщо вже сказали про комедію Дель'Арте. Що іще такого відбувається? Музики, співи, танці, що ще? Да, совершенно верно. Много всего. И музыканты, и танцоры, и хореография, и современная хореография, и где-то степ, где-то рыцарские турниры, реконструкции происходят, где-то ретро-автомобили появляются, там мотоциклы старые. Еще есть такой жанр, как пантомима и клоунада. Это тоже уличный жанр, и очень, он очень красивый жанр. И вот один из жанров, это вот ответвление, это живые статуи. Живые статуи, поэтому, в принципе, золотой режиссер придумал героя. Ксюша, я разрушу твою реальность. Это на леске сделано. Черт. Решил сделать такого персонажа, как золотой режиссер, который несет искусство в массы. Скажите, все это відбувається у рамках якихось фестивалів, форумів? Чи це можна демонструвати щодня, на будь-яку вулицю вийти і демонструвати своє мистецтво? Да, ну как бы это развивается еще, конечно, фестивали, форумы, так привлекают большое количество людей. А так ти можеш спокійно взяти чемодан, костюм і поїхати путешествувати. Тобто ви вільний художник, і саме у цьому, я так розумію, сутність вуличного мистецтва, кожна людина вільна від колективу, від постійного місця роботи, самостійно заробляє гроші, така творча особистість, і бачить світ, я так розумію. Що для вас той жанр мистецтва, який ви обрали у ці статуї, живі фігури? Наверное, це маскарад. І коли ти маску одягаєш, ти відкриваєшся по-другому зовсім. От можна где-то, от, коли от без маски, то просто общаємося, обычный человек. Но как только ты перевоплощаешься, начинаешь играть совершенно другого героя. Там уже все, у тебя открывается душа, и ты отрываешься по полной программе и даешь зрителю тот необходимый толчок энергии, который нужен для того, чтобы поднять настроение, где-то усталость там скрасить, ну как-то вот больше разнообразить жизнь. Скажите, вы багато подорожуєте? Да. Тобто ви подорожуєте постійно і цим заробляєте гроші, я так розумію? Ну, как бы у меня основная профессия – это кино, и как бы студия, которая у меня в Минске работает, это больше связано с кинематографом. Это операторское, это фильммейкинг, это актерское мастерство. А у нас в Минске есть киношкола Андрея Полупанова. Мы с другом открыли киношколу минскую и занимаемся, частно развиваем частный кинематограф. Скажите, чи часто вы бываете в Украине? За последние вот с этого года я с января начал часто бывать в Украине. У меня Харьков, Днепропетровск, Киев, Львов, и Карпаты, Черновцы, Галичина, Одесса. Такая очень красивая, интересная страна. Я очень в нее давно уже влюбился, в Украину. И вот как-то хочется подарить стране тот вид искусства, которым я занимаюсь. Ви приїхали на театрон, театральну школу, і в якості учасника, і в якості педагога. Скажіть, чого очікуєте від цієї театральної школи для себе особисто? Нові знайомства, якісь зв'язки, контакти, спілкування, можливість продвигати, розвивати общу культуру і сотрудничество там с Литвой, с поляками, с украинцами. Вот это вот тесное сотрудничество, оно должно быть. И это самое лучшее, то, что может быть. —
Йонас Буділяускас – ще один гість за кордоном. Йонас приїхав з міста Анікщай, що у Литві. Він режисер і займається символістським мистецтвом. Йонас, расскажите, пожалуйста, о своем коллективе, в котором вы работаете и с которым вы приехали сюда, в театральную школу. Мой коллектив из Литвы. Есть город Анікщей, такой в середине Литвы. И там центр культуры, театр. Это такая молодежная немножко группа, есть и взрослые люди. Но я там не разделяю, что там это молодежный театр, это взрослые, они все в общем, но только некоторые тех спектаклях играют, некоторые тех, это молодежь сейчас приехала сюда. С каким спектаклем вы приехали, что вы представите нашему украинскому зрителю? Спектакль называется «Дроздь». Стразда с по-литовски. Это как птица, но это про человека. Это есть поэзия. Поэтому это Дроздауска Сантана, Дроздь, который в 19 веке был поэтом, и он был таким, я как называю его, таким, ну, первым панком, типа таким. Он писал стихи, это один из первых поэтов-лириков таких вот. Поэтому, а эту всю поэму написал Сигитас Геда, другой литовский поэт. Это много там символов всяких много. Вот мы привезли просто это как зрелище. Там текста мне очень не надо понять, потому что это стихотворения, они символические очень. Скажите, в вашем коллективе работают профессиональные артисты или есть и аматоры, или это смешанный коллектив? Ну, в принципе, у нас аматерский театр. Да, там профессионалы, ну, такие, как закончили там училище, то есть. Ну, я там закончил, естественно, университет Клайпедский, режиссуру, ну, и играю тоже в этом спектакле. Одна женщина поет, которая закончила там пение, тоже, ну, она играет на инструменте, не знаю, как по-русски, конклес, по-литовски. Так она тоже там, конечно, закончила сейчас учительница на этого, но она, ну, как сказать, профессионал. Актеры нет, актеры вообще они любители, и вообще у меня любители актеры, я в любительском театре работаю. То есть люди днем работают где-то каждый на своей работе, наверное, а вечером приходят на репетиции? Или они все время посвящают только театру, в котором работают, и получают за это деньги? Нет, деньги не получают. Мы, конечно, зарабатываем деньги, но я им не плачу зарплат, мы там ездим или что-нибудь там. Ну, нет столько там этих денег, что можно было зарплату платить. Они работают, да, не то, что там днем или вечером они работают, разве в школе там учителя там, ну, пожарные там, в один муниципалитете советник мэра этого города играет в нашем спектакле. Это как хобби, это, конечно, надо время этому хобби, но это для, ну, самовыражения. Всегда это время ищешь, как для этого или для этого. Они так, но я их не гоню, что там вы специально идите ко мне играть. Они сами, ну, определяются, и они выбирают театр. И тогда уже моя забота, что им было интересно здесь. И они приходят туда, этот театр, они общий язык еще находят между собой, там какие-то тоже, ну, разные люди, которые собираются из разных сфер жизни. Ну, просто провести время хорошо. Каким пьесам отдаете предпочтение, когда определяете репертуар своего театра? Ну, в первую очередь я ищу эту такую драматургию, что она была, ну, в чем-то сейчас, ну, вот как, ну, нужна. Не просто, чтобы вот там поставить там комедию. В основном национальная, конечно, у меня получается драматургия. Ну, есть «Мрожика», например, я ставил «Эмигранты», которые, ну, классика уже. Русского ставил, Чехова. Вот один раз «Ведьму» я рассказ такой ставил, ну, раньше еще. А так-то в основном национальные. Но и в основном такие, вот поэзию я тоже люблю, поэтические, даже не драматургия, там, поэта беру и стихотворения, ну, слаживаю, там, литовские тоже, и поэты некоторые. Вот, потому что хочу что-то сказать этим. Просто сказать, не то, что там вот ясно сказать, но вот дать подумать людям, как-то что-то, чтобы какую-то вытянуть из человека что-то там. Почему именно спектакль «Дроздь» привезли на театрон? Ну, в первую очередь, там тоже определялись по людям, которые могут ехать в это время. И потом хотелось такого-то зрелища, и еще хотелось, потому что театрон такой, как будто, как педагогического еще какого-то. Вот как я и буду там
завтра этот воркшоп, мастер-класс, говорит, чтобы символы, что значит театр, что не только там речь, речь вообще может быть не, совсем не важна. Учні театральної школи зовсім не новачки у мистецтві. Це керівники аматорських театральних колективів, актори, режисери, педагоги, організатори різноманітних фестивалів. Тож, заради чого ці досвідчені люди зібралися на форумі у Очакові? Чого вони очікують від театральної школи «Театрон»? Ожидания, во-первых, и праздника, от того, что от общения. Конечно, знания, которые в процессе получаешь, это тоже очень важно, потому что их потом применяешь в своей работе. Мастер-классы, которые вот сегодня первый день мастер-классов, просто такая насыщенная программа, и это толчок для, наверное, переосмысления какого-то. Уникальный фестиваль, вот уже судя и по первым дням, этим. Я думаю, что для меня и открытие, и радостно, и я в восторге. Хотелось бы получить больше навыков, потому что я работаю с детьми, у нас, к сожалению, нет базы театральной, некому нам помочь. И я очень надеюсь обменяться опытом с теми участниками, которые здесь присутствуют. Очень хотелось бы получить от них побольше знаний, чтобы дать больше детям, которые сейчас уже в перспективе, они амбициозны, они желают развиваться дальше в этом направлении. Я думаю, что когда мы сможем поставить полноценный спектакль, полноценную пьесу отыграть, город обратит на нас больше внимания, нам выделят помещение и, ну, скажем так, нам будут дальше способствовать в развитии. Дуже хочеться спілкування з колегами. Сьогодні таке натхнення було на майстер-класах. Почули дуже багато таких болючих тем, які хвилюють особисто мене, а як виявилося, ці болючі теми, вони є усіх. От, і навіть саме обговорення цих тем дає полегшення якесь. Очікую поринення у театральну тусовку, якщо можна так сказати. Оскільки я доволі молода особа, тому для мене це такий перший важливий опит спілкування з дійсно корифеями театрального мистецтва України. Саме тому я сюди і приїхала – повчитися, побачити, подивитися і познайомитися, що головне. У мене маленький театральний колектив, дитячий, маленька студія, ми існуємо лише 2 роки, але я дуже хочу, щоб у перспективі ми розвивалися і приїжджали на різні театральні фестивалі, знайомилися з людьми, бо, як сьогодні вже було сказано, діти – це наше майбутнє. І, звичайно, майбутнє театральне майбутнє, тому що з маленьких колективів все починається. Ну, в першу чергу, хочеться обновитися, тобто обновити знання, які-то узнати нові прийоми, нові техніки, посмотрите вообще, чим люди живуть. Тобто це дуже важливо, тому що ти варишся в своєму мірі якомусь, і другие люди тоже варятся в этом же мире, и очень интересно пообщаться. Вот. Ну и, конечно, новых знакомств какие-то, возможно, новые перспективы, которые выведут куда-то дальше. Когда я ехала, я очень хотела получить массу новых знакомств, массу позитивных эмоций, ну и, конечно, повысить свою квалификацию, потому что в заявке были указаны очень крутые мастера. И так как я руководитель молодого коллектива, мне очень хотелось получить все, вообще, все знания на свете, и вот уже прошел как бы один день, и я чувствую, что все, что я хотела, я здесь получу однозначно. Спасибо за такую школу, спасибо за такое начинание, за такое вот
новизну, транш, пусть он будет, пусть он вдохновляет и пусть привлекает как можно больше людей творческих, которые действительно внесут какое-то благо нашему культурному населению. Вже за кілька хвилин розпочнеться церемонія відкриття другої міжнародної літньої театральної школи «Театрон». Ми будемо висвітлювати цю подію, і ви обов'язково подивитесь, як це було, уже у наступній програмі. А щось відбувається.